Здравствуйте, уважаемые зрители. В 10 часов 30 минут по московскому времени начинаем наш внутренний анализ по валютному рынку. С вами, как всегда, в это время Веселин Петков, преподаватель Высшей школы трейдинга Аль-Пари. Я начинаю свой обзор. Первое, что мы должны сделать, посмотреть, какие индикаторы, какие события есть по всем основным валютам до конца этой недели. Так как сегодня понедельник, мы всегда в понедельник рассматриваем экономический календарь до конца недели по всем основным валютам. Соответственно, первую валюту, которую мы возьмем, это австралийский доллар. Давайте посмотрим, что по Австралии на этой неделе. Значит, по австралийскому доллару видно, что в понедельник и вторник нет индикаторов. В среду в 3:30 по московскому времени публикуются индикаторы по инфляции. В четверг в это же время индекс экспортных и импортных цен. И, конечно, в пятницу индекс цен производителей в это же время. Вот они, ключевые индикаторы, которые могут увеличить волатильность по австралийскому доллару до конца недели. Но, конечно, именно на сегодняшний день они не являются самыми важными для австралийского доллара. Я считаю, что только при сильных расхождениях от ожиданий, от предыдущих значений, эти индикаторы могут вызвать некую такую внутреннюю волатильность. Новая Зеландия. По Новой Зеландии на этой неделе есть одно очень важное событие. Это именно в 11 вечером по московскому времени, то есть 23:00, заседание Резервного банка Новой Зеландии. Конечно, это заседание, после которого нет пресс-конференции. По прогнозам предполагается, что банк сохранит ставку на предыдущем уровне. Конечно, для новозеландского доллара намного важнее в таком случае, какова будет риторика со стороны Резервного банка Новой Зеландии. Будут ли они указывать на некое потенциальное снижение процентных ставок до 2,5 в будущем, или сохранят ставку на текущем уровне и укажут, что в будущем ситуация, скорее всего, указывает на то, что вот лучше сохранять ставку на текущем уровне. То есть риторика по монетарной политике сыграет очень важную роль. Конечно, как и в любом случае, если произойдет некий сюрприз, то есть вдруг банк изменит процентную ставку, это очень-очень сильно может повлиять на валюту. До этого видно, что во вторник публикуется торговый баланс, тоже один из самых важных индикаторов, в принципе, для новозеландской экономики. Он тоже может усилить волатильность по новозеландскому доллару. Следующее. Британский фунт. Давайте посмотрим, что по Великобритании на этой неделе. Есть, конечно, много индикаторов, но самые важные – это завтра, во вторник в 12:30. ВВП за третий квартал. Это первая предварительная оценка. Предполагается, что в годовом выражении он вырастет на 2,4%, в квартальном на 0,6%. Чем больше повышается ВВП, тем лучше для британского фунта. И наоборот, если здесь по факту значения выйдут ниже ожиданий, чем ниже, тем хуже для фунта. Соответственно, вот он ключевой индикатор для фунта на этой неделе. Все остальные имеют некую такую второстепенную роль. Следующая валюта – это японская иена. По Японии на самом деле очень много событий на этой неделе. В среду публикуются розничные продажи, очень важный индикатор для японской экономики в настоящее время. В четверг – промышленное производство, в пятницу – все индикаторы из группы по инфляции, плюс само заседание Банка Японии. И, конечно, знаем, что после этого есть пресс-конференция. То есть, конечно, самое важное событие – это инфляция и заседание Банка Японии, потому что мы знаем, что ключевой параметр для монетарной политики Банка Японии – это уровень инфляции. Если пойдет некое существенное повышение, это может усилить предположение и обсуждение, что Банк Японии как минимум будет уменьшать программу выкупа активов. И наоборот, если инфляция не будет повышаться, то и даже снижается, это будет увеличивать спекуляции среди финансовых участников, что Банк Японии будет продолжать и может даже расширить объемы выкупа активов. Следующая валюта – это канадский доллар. По Канаде тоже есть важное событие. И, конечно, это ВВП, который публикуется в пятницу за месяц август. Мы вспоминаем, что совсем недавно, последние два месяца, когда вышли хорошие индикаторы по ВВП выше нуля, это было
практически предпосылка для формирования отката в паре доллар-канадский доллар, то есть канадский доллар немножечко вырос против американского на основе двух хороших индикаторов в месячном выражении по ВВП. И, конечно, в это время произошли вот эти ключевые события по США, именно сентябрьское событие, сентябрьское заседание Федрезерва, когда они ставку не поменяли, и все это практически создало тогда в это время позитивные такие возможности для канадского доллара. Сейчас, если вдруг ВВП снова войдет в зону ниже нуля, это будет достаточно негативный сигнал для канадца. И наоборот, если у нас выходит хорошее значение, оно может оказать некую поддержку канадскому доллару. По Швейцарии на самом деле важных событий на до конца недели практически нет. Видно, что есть индикаторы UBS и Коф-институтов во вторник и в пятницу. Они играют некую второстепенную роль, по моему мнению, для этой валюты в настоящее время. И давайте посмотрим, что у нас по Европе вместе с статистикой по Германии и Франции. По Европе неделя очень важная. Почему? Да, очень много индикаторов по Германии, по еврозоне, по Франции. Статистика по рынку труда по Германии, индикатор по инфляции по Германии. Но, конечно, самое важное событие – это статистика по инфляции, которая публикуется в пятницу в 13:00 по московскому времени. Почему? Потому что это первая предварительная оценка за текущий месяц октябрь. Видно, что индекс потребительских цен ожидается, что выйдет на нулевом уровне. Вот интересно, и основной индекс потребительских цен на каком уровне выйдет. В многих календарях указан уровень 0.9, то есть без изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Давайте вспомним, что на прошлой неделе было заседание Европейского центрального банка. ЕЦБ указал на вероятность и возможность смягчения монетарной политики во время декабрьского заседания, если инфляция будет отдалечиваться от цели. Что имел в виду Мария Драги? Что если инфляция будет снижаться в ближайшие месяц или два, то есть именно сейчас, в октябре, мы увидим низкую инфляцию и в ноябре, то есть предпосылки для того, чтобы ЕЦБ принял некие меры в декабре. И наоборот, если вдруг инфляция начнет повышаться, то тогда ЕЦБ может воздержаться от принятия неких мер во время декабрьского заседания. Поэтому этот индикатор сейчас является ключевым для евро и ключевым для дальнейших шагов по монетарной политике со стороны ЕЦБ. И я думаю, что он может сыграть очень-очень важную роль для евро. Следующая, последнюю валюту, которую мы должны рассмотреть, это, конечно, американский доллар. И все мы знаем, что на этой неделе будет заседание Федрезерва. Итоги двухдневного заседания публикуются в среду. Вот оно ключевое событие. В многих календарях предполагается, что ставка сохранится на предыдущем уровне. Конечно, никто на самом деле пока еще не предполагает, что ставку могут повысить в США. Но любой трейдер и любой инвестор должен все сценарии учитывать. Если вдруг неожиданно вразрез с ожиданиями рынка Федрезерв повысит ставку, то это будет большой сюрприз. Доллар может начать существенно укрепляться. И, конечно, по прогнозам ожидается, что повышения не будет. Соответственно, уже тогда обращаем внимание на риторику Федрезерва. Будут ли они указывать на возможность повышения ставок в декабре или перенесут вот эту дату потенциального повышения ставок. Конечно, если в декабре они укажут, что есть вероятность повышения ставок в декабре, то все равно это для доллара позитив, потому что это действительно будет поддерживать вот это мнение Федрезерва, что позже в этом году они повышают ставку, и это рано или поздно приведет к укреплению американского доллара. До этого что у нас есть? Сегодня продажи новых домов в 17:00, завтра заказы на товары длительного пользования, уровень доверия потребителей от конференц-борда и предварительный индекс от маркета в сфере услуг 16:45 за октябрь. Вся вот эта статистика, без сомнений, очень важная. Соответственно, даже до заседания Федрезерва в понедельник и вторник мы можем увидеть очень сильную волатильность по американскому доллару. Но, конечно, финальная
решение для рынка будет иметь заседание Федрезерва. Не забываем, что в четверг к всему этому публикуется и ВВП. Это тоже первая оценка за первый квартал. Первая оценка за третий квартал текущего года. Она тоже может сыграть очень важную роль для доллара в четверг. В пятницу тоже индикатор по рынку труда. Есть индекс расходов на обеспечение занятости за третий квартал. Индикатор, который в последнее время тоже вызывает очень сильную внутреннюю волатильность. На самом деле, по прогнозам, ожидается хороший рост на 0,6%. Все вот это тоже вместе в 15.30, как и инфляция, за которой следит Федрезерв, индекс цен на расходов личное потребление и основной индекс расходов на личное потребление, все вместе могут повлиять сильно на американский доллар. То есть спокойно можно сказать, что каждый день есть очень много важных индикаторов, все они очень важны, соответственно, волатильность по доллару будет очень-очень высокой. Вот как выглядит календарь до конца недели. Первое, что мы сделаем до того, как мы откроем МТ4, посмотреть на трехмесячную доходность. Видно, что движемся вблизи нуля. Следим за этим индикативом, который для нас является важным для того, чтобы мы оценивали, как рынок смотрит на ситуацию с процентными ставками. На сегодняшний день пока еще рынок не предполагает, что, исходя из этой доходности, что будет повышение ставок в конце декабря. Посмотрим, какова будет реакция после среды. Начинаем с просмотра графиков. Первое. Золото. Что у нас есть? Глобальный тренд с апреля 2013 года нисходящий. То есть мы продолжаем свое движение в нисходящем тренде. Что у нас на более мелких таймфреймах? Вспоминаем вот это коррективное движение в этом канале. Соответственно, хорошая инфляция, которая вышла в середине октября, сделала предпосылки для формирования вот этой вершины. Подтверждение, если это будет вершина, мы получим, скорее всего, уже в течение этой недели. Ключевую роль сыграет заседание Федрезерва. Конечно, нужно обратить внимание и на ВВП, и на все остальные индикаторы. Если Федрезерв подчеркнет, что в декабре при хорошей статистике по инфляции повышает ставки, мы увидим, что в четверг выйдет хороший ВВП, в пятницу хорошие индикаторы по расходам для рынка труда, то тогда потихонечку идем вниз и очень спокойно мы можем дойти до 1140 в течение этой недели. Соответственно, наоборот, если Федрезерв смягчит свою риторику по монетарной политике, окажется, что как минимум здесь будет второе тестирование вот этой вершины, даже мы можем подняться к 1200, даже к 1210. То есть Федрезерв сыграет очень важную роль на основе риторики, которую они озвучат. Лично, по моему мнению, если, как мы раньше говорили, мы дойдем до вот этого уровня 1150, вот эту зеленую линию, в преддверии заседания Федрезерва, лучше фиксировать прибыль, потому что это на основе позитивных ожиданий, и где-то здесь можно зафиксировать свою прибыль и не рисковать. Потом дождаться, чтобы прошло заседание Федрезерва, и тогда, соответственно, снова действовать. Вот все сценарии, которые у нас есть. Долларовый индекс на прошлой неделе пошел вверх после заседания Европейского центрального банка. Как мы говорили, скорее всего, этот треугольник, являясь слабой фигурой продолжения тренда, не сработает, или если сработает, максимум вот эту высоту, которую мы измерили, может выработать. То, что произошло действительно на прошлой неделе после хорошей инфляции по США и, конечно, после вот этого заседания ЭЦБ, мы идем вниз. Давайте посмотрим, что может произойти в ближайшее время. Очень много событий на этой неделе для пары евро-доллар. Мы можем еще раз протестировать снизу вверх вот эту линию, которая на уровне приблизительно 1.11 плюс-минус несколько пипсов. И в зависимости от заседания Федрезерва, либо снова продолжим вот это движение, либо можем еще раз прыгнуть. Если Федрезерв указывает на повышение ставок, и в дополнение инфляция в пятницу по Европе будет снижаться, идем к уровню 1.06. И если Федрезерв наоборот укажет, что цены на сырье снижаются, это давит на инфляцию, мы будем откладывать момент повышения ставок, спокойно к 1.12 и 1.13 можем подняться.
Соответственно, здесь очень много событий, которые практически увеличили волатильность по этой валютной паре. Пара фунт-доллар. Следим за индикатором по ВВП по Британии и за заседанием Федрезерва. Австралийская валюта. Что у нас есть? Понятно, что для того, чтобы мы пошли вниз, нужно, чтобы Федрезерв указал на повышение ставок, и в дополнение вся статистика была хорошая. Но здесь потенциальное движение вниз, оно ограничено. Вот он, зеленый диапазон. Поэтому, как мы говорили на прошлой неделе, лучше дождаться некого прыжка, чтобы мы снова вошли в вот эту зону, в оранжевый прямоугольник. И если Федрезерв укажет на повышение ставок, вот здесь, когда начнет формироваться вершина, вот тогда подключаться к некому потенциальному движению снова вниз. И наоборот, если Федрезерв не укажет на повышение ставок, то откат может расшириться, и, соответственно, хорошо, что до этого мы не выходили в сделку. Новозеландский доллар. Что у нас есть? В течение этой недели заседание Резервного банка Новой Зеландии, тоже Федрезерв. Так что здесь практически риск очень большой, именно до среды гадать, что куда будет идти. Я предполагаю, что просто в преддверии заседания Федрезерва, если мы дойдем до вот этого уровня, который мы раньше озвучили, где-то 66.10, лучше фиксировать свою прибыль и ждать, чтобы прошло заседание Федрезерва. И наоборот, нужно понимать, что если в понедельник, вторник индикаторы по США выйдут слабыми, мы спокойно еще раз можем, как и здесь протестировать снова вот эту вершину. И, конечно, если Федрезерв не укажет на повышение ставок, а действительно в сторону смягчения монетарной политики, то тогда мы можем к 70 пойти. То есть здесь очень много рисков. Сработает ли эта вершина, зависит от заседания Федрезерва. Конечно, если Федрезерв укажет на повышение ставок в декабре, то с большой долей вероятности здесь сформируется вершина, и в зависимости от индикаторов уже идем вниз, насколько быстро, имею в виду. Доллар иена 120, то есть no comment, не комментируем. И пара доллар канадский доллар, что у нас есть? Видно, что мы движемся все время около вот этого центра, который мы раньше озвучили, который и Банк Канады на прошлой неделе включил свой доклад. Что у нас есть? Ну, понятно, мы движемся в середине вот этого практически диапазона серого. Если Федрезерв укажет на повышение ставок, то поднимаемся вверх в зависимости, как быстро в зависимости от индикаторов по США и, конечно, от индикатора по ВВП по Канаде. И наоборот, если вдруг Федрезерв укажет на то, что нужно переносить дату на более поздний период повышения ставок, то здесь, без сомнений, еще один раз войдем в вот эту оранжевую зону. Доллар, швейцарский франк. Первые попытки для того, чтобы мы сломали линию тренда. Может быть, этот индикатив нам показывает, как минимум, что мы находимся уже на критическом уровне. И по швейцарскому франку в этой валютной паре очень хорошо будет видно, если позитив по американскому доллару увеличивается и настрой о повышении ставок увеличивается. После заседания Федрезерва в среду, если мы сломаем эту линию и потихонечку пойдем вверх, то это будет указывать на то, что глобальные финансовые участники подготавливаются к повышению ставок, и тогда этот позитив перенесется на доллар во все эти инструменты, которые мы рассматриваем. Наоборот, если Федрезерв смягчит монетарную риторику по монетарной политике, мы увидим снова тестирование 200-дневной скользящей средний, и это будет указывать на некую такую краткосрочную слабость доллара в этих валютных парах. То есть это очень важный индикатив, за которым сейчас стоит смотреть. Мы практически заканчиваем наш обзор. Я его сегодня провел в записи, потому что у нас некий сбой есть на сайте. Мы не можем сейчас проводить трансляции, и поэтому мы делаем эту запись, которая есть и появится, то есть она появится на YouTube. Надеюсь, что с завтрашнего дня, уважаемые зрители, с техникой мы решим все технические проблемы в компании и уже в онлайн режиме сможем провести все остальные обзоры.
Так что надеюсь, что завтра уже увидимся в онлайн-режиме. Всем хорошего дня и удачи! С вами был Веселин Пытков, преподаватель Высшей школы трейдинга Alpari.